начинает открывать бутон. Я себя запишу. Лимона. Но у нее такая расцветка, пишет, что она от бело-зеленого, светло-желто-зеленого идет потом в цитроновый цвет. Цитрусовый. Тоже обработала. Вон там сидит ля. Вот она сейчас увеличу, видите? Вот она. Я обработала их. Должны подохнуть. В прошлом году она рано расцвела, в этом припозднилась. Давайте вам покажу еще цветочек. Вот такая вот лимона. Селекция Cortez. Коллекция Элеганта. Элеганца, по-моему, называется. У них там несколько. Элеганца Антик. Ой, что только не придумают. Какие-то цветы они выбрасывают из коллекции, какие-то присоединяют. В общем, нет. На этом остановимся. Так, это у нас лимона. Вот у нее первый цветок отцвел, осыпался. Вот такие вот у нее красивые цветы. Сейчас еще открылся. Начинает он где-то с бело-зеленого, а потом вот меняет окраску. Потом такой белый-желтоватый переходит. Вот. В прошлом году красиво цвел. Так, это у нас он. Вспомнить бы. В прошлом году цвел. Ну, где-то он у меня осенью куплен 2020-го. Вот. Такие цветы. Сейчас увеличу. Вот такие цветы. Что вам еще интересного? Сейчас дождик идет. Накрапывает. 8 часов вечера. Отли обрабатывала, потому что, ну так, напали, но не сказать, что прям сильно жрали ее. Вот. Ну и вся роза обработала ее заодно. Такая вот роза от Cortez. Лимона, коллекция Элеганца. Роза лимона цветет. Вот. Такой коллекции, по-моему, Элеганца. Они сейчас развели там коллекции на Cortez. То Элеганца Антик, то просто Элеганца. По-моему, она была раньше в Элеганце. Вот смотрите, вот такой вот. Цветы где-то от бело-зеленого, потом переходят вот такие вот лимонные оттенки, светло-лимонные. Вот. Вчера приходила соседкина свекровь, и ей понравилась эта роза. Записала она название этой розы. Вот. Понравилась ей она. Видимо, нету этих цветов. Она говорит, мы с тобой позже еще поговорим. К внучке приезжает. Вот такая вот роза. Она очень красиво смотрится, когда вся в цвету. Феноменально. Вот моей кузине тоже нравится.